Асюня. Так, Асюня есть у нас, можно рассказывать. Мы получили много вопросов с просьбой рассказать, как наша Василиса убегала, как она вернулась и вообще. Сейчас мы с ней все расскажем. Начну издалека, потому что очень тоже много бывает вопросов по поводу нашего вольера. Видите, огорожено, вот так там домики. И та вторая часть, она у нас копательная. Асюня. Асюня певица. Она сейчас принесет игрушку. Иди ко мне сюда. Малыша, давай пообщаемся. Ну-ка, давай дальше расскажем по-быстрому. Значит, люди, которые хотят меня обидеть, называют это место загоном. Вот, ну давайте разберемся, что такое вольер. Вольер – это место, в котором живет лиса. Наши лисы живут в доме, у них есть свои комнаты на втором этаже. Там специально сделано отопление, то есть им не жарко, они не линяют из-за этого. Такие дела. Когда появилась Василиса, я вообще не планировала держать лису в клетке. И вот этот вольер появился у нас, та часть вот вольера появилась у нас... Уже Рик был, то есть Асюше было 1.5 года. Обнимуля моя, да. Да, иди, ласкуля. И вольер мы построили для того, чтобы уехать. Надо было срочно уехать. Я понимала, что Василиса не сможет остаться с чужим человеком в доме, в отличие от Рика. Поэтому Леша построил мне тот вольер. Почему вот здесь сетка? Ребят, вот тут с крыши капает вода, они выкопали бассейн, и вот здесь стояла вода все лето, то есть поэтому положили сетку, здесь вырастет трава. Почему вот здесь клетка? Ну, она старая и ржавая. Это транспортировочная клетка. Мы брали Василису на море, ну и в дороге побоялись, что ГИБДД и прочие дела, ну, возникнут вопросы. То есть у нас была куча документов о том, что Василиса не дикая лиса, о том, что она домашняя. Вот. Эта клетка стояла у нас в кладовке. И когда приехал маленький Альф с ребятами, с братьями, со зверофермы, они нашли эту клетку, вот, улеглись в ней спать. Это очень печально, потому что маленький лисенок со зверофермы считает клетку своим домом. Долгое время мы вообще не могли его учить не спать в этой клетке. Ну, он вырос и ходит вот сюда в туалет. Вот здесь прутья аж прогнили, все видно. Но это от мочи, потому что ей уже 6 лет. Показываю дальше здесь домик. Сказали постелить солому, не знаю, если, по-моему, она не нравится. У нее тут всегда тряпочки. Мне как-то считают, что солома – это вот хлев для животных. Поэтому у нас тряпочки. Тут тряпочка в домике. Такая нора. Вот. И мы уехали, мне звонит женщина. Говорит, Василиса прыгает. Прыгает день и ночь. Иди сюда, прыгучая. Иди сюда. Вот. На третий день она ушла из этого вольера. Вот. Вот через такую дырку. Не знаю, попробую здесь ладонь, но вот как-то так вот. Я нашла здесь кусочки меха, и еще Рика пыталась мордочку его сюда вставить. Да, мордочка здесь проходит. То есть, вы понимаете, как надо было, сейчас покажу. Как надо было вот так высоко от пола запрыгнуть, чтобы вот в эту дырку выйти. На ней причем была шлейка, такая тряпочная шлейка красного цвета. Я специально надела эту шлейку, потому что, ну, было плохое предчувствие такое. Она никогда не жила в вольере,
Я очень переживала, что если вдруг она убежит, люди хотя бы поймут, что... Ох, лисёна. Она поймет, что... Люди поймут, что это не дикая лиса. То есть красная шлейка, она, кстати, в ней и вернулась. Вернулась она сама через 16 дней. Асюня, иди поговорим. Иди поговорим со всеми. Просто села вот напротив входа, получается, у дверей вольера. Ну, смотреть на нее без слез было невозможно. Асюнечка, малыша, подожди. Подожди, Уруру. Она потеряла нижний зубик. Худющая там, понятно, была. Без миски с водой спать спокойно не могла. Вот вода заканчивалась, пила, 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 вода заканчивалась. Она начинала орать. Прям орать. Громко, страшно кричать. Мы с нее за 3 дня вместе с доктором сняли около 100 клещей. Может быть, больше, я не считала. Вот. Асюня. Ну, по крайней мере, я теперь точно знаю, что у моей лисы был выбор жить на воле, как многие говорят, либо жить дома. Она свой выбор сделала. Такая она лисичка. Вот она, да. Хорошая девочка. Почему мы сразу не стали делать вольер? Потому что Асюша была довольно агрессивная девочка. Я вообще не думала, что она сумеет жить в доме. А отправить ее сюда, где-то вот в клетке, в эти, ну просто бы одичала. Была бы кусучая и наглая лисичка. Покажешь зубик нижний? Это видно на некоторых видео. Асюнечка. Ну подожди. Ну покажи. Улыбнись, давай. Сейчас. Ну, не могу. Не получается показать. У нее не хватает нижнего зубика. Вот. Вот такая лисень. Лисень, которая решила, что дома ей будет лучше жить вместе с нами. А на игрушку поменяешь? Ну что ты? У нее сейчас интересный период жизни. Я тоже вам о нем расскажу попозже. Может быть, покажу. Я что-то поменяла, какие-то настройки в телефоне. У меня теперь видео супер высокого качества. Они не склеиваются. Поэтому весь день рождения пришлось выложить вот так кусками, частями. И другие видео тоже приходится либо долго снимать и сразу выкладывать с телефона, либо по кусочкам выкладывать. Ну, зайчуля. Ксюша интересная, конечно, лисичка. У нее, я не знаю, таких других похожих, потому что я спрашивала знакомых, ну никто так не делает. А, вот там птичка. Вон там птичка наверху. Вот эти, это получается леска, по-моему, называется, и сетка натянута наверху, чтобы Ася не могла перепрыгнуть. Вообще, для чего нужен мне вольер лично? Чтобы, во-первых, они могли вдвоем здесь поиграть, потому что их игры в доме это очень разрушительно, они прибегают, они орут, там рушится все. Ну и чтобы они могли здесь находиться без моего присмотра, потому что бывает надо просто убрать в доме, убрать в их комнатах, что-то вынести на улицу, дверь открыта, и тут они здесь гуляют. Они здесь охотятся, особенно летом у них довольно удачная бывает охота. Птицы, кротики, насекомые. Альф ловит все, что движется. Он хороший охотник. Ася нет, Ася плохая охотница. Может быть, поэтому она не сумела жить в лесу. Ух-ух-ух-ух-ух. Но из того, что ловит Альфа, она ест только птиц, мышей она не ест. Вот такая история. Много всего наговорила, зато все рассказала сразу.